будем повторять. В лучшем случае у нас признается пост в смысле перемены пищи. На другой вид пищи. Но это только телесный пост. И вот святой Василий Великий говорит, а дьявол даже ничего не ест. Однако не перестает грешить. Итак, кроме поста телесного, необходимо пост духовный, говорит святой Василий Великий. То есть вообще воздержание от всяких лишних вещей, разрушающих и тело, и душу. А главное – борьба со страстями. Святой Тихон Задонский поучает о посте так. «Да постится ум твой от суетных помышлений, да постится воля твоя от злого хотения, да постятся очи твои от худого видения, да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических, да постится язык твой от клеветы, осуждения, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. Да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра. Да постятся ноги твои от хождения на злое дело». Вот что святые отцы говорят нам о посте. А мы думаем, великий пост и только изменение на пищу. И кроме того, необходимо проявить любовь и милость к ближнему своему. Вот христианский пост, которого требует от нас Господь Бог. Итак, положим, что войну с нашими пристрастиями мы должны вести всегда, почему и называется она «Война христианская». Аминь.